31 декабря в 10 часов вечера должен был начаться боксерский поединок между Неваляшкой и Пилой. Стадион не мог вместить и сотой доли всех желающих. Билеты у перекупщиков стоили как автомобиль. Спортивные бары были до отказа заполнены людьми. Одинокие машины проносились по городу. Миллионы людей с семьями собрались у своих телевизионных экранов. Вызывается чемпион мира в тяжелом весе Робби Рэй Брэдбери. Робби Рэй Брэдбери. Пила. 31 год. Чемпион мира в тяжелом весе. На профессиональном ринге провел 45 боев. Одна ничья, 44 победы, 40 нокаутом. Российский боксер Иван Жуков. Неваляшка. Бывший чемпион России в легком весе среди любителей. На профессиональном ринге в тяжелом весе провел 25 боев. 13 проиграл, в 12 одержал победу. Get squawking right away. Easy. Let's go, champ. Let's go, let's go. Татьяна, не видел? Нет, не видел. Ну, с Богом. Пожали друг другу руки по углам. Судья готов. Бокс. Итак, уважаемые телезрители, бой начался. Соперники прощупывают оборону друг друга. Пока более активен темнокожий спортсмен. Тут сказывается опыт, безусловно. Неваляшка прекрасную технику в защите демонстрирует. Казалось бы, даже немножко дразнит своего американского визави. Стоп! Поворачивайтесь! Бокс! Так. Ну что, закончен первый раунд. Давайте дадим возможность спортсменам проанализировать ситуацию. Ваня, второй раунд. Да помню, помню. Семёныч! Семёныч! Не бойся! Не убьет он его. Ты сам не бойся! Иди сядь на место! Только ради приличия изобрази что-нибудь. Так нельзя! Пошли помидорами! А как, Ваня? Соперники входят в клинч. Еще раз интересную тактику избрал российский спортсмен. Брейк! Брейк! Так, так, так. Неваляшка занял выжидательную позицию и ушел в глухую оборону.
мощнейшая атака Рэй Брэдбери сейчас. Падение. Стоп. Раз. Два. Три. Но неваляшка молодец, четыре, оправдал свое прозвище. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Дважды два. Пять. Шесть, четыре. Бокс. Вообще ведет себя странно. Пассивен. Пассивен. Какое мощное наступление у Рэй Брэдбери. Брэк. Ваня, клиент скучает. Заряди ему разок бубен, пускай позвенит, интурист. А? Ну, давай. Лёва. Как спокоен, как самоуверен темнокожий спортсмен. Чувствует себя полным хозяином ринга. Похоже, неваляшке нечего ему противопоставить. Да, неваляшка дразнит американского спортсмена. Но мы-то знаем, уважаемые телезрители, что это может быть крайне опасно. Крайне. Блин, что же он делает-то, а? Рефери может снять с неваляшки очко за пассивность. Стоп, стоп! Предупреждаю. Вот интересно, неваляшка, теряя очки, начисто лишает Робби какого-либо уважения. Бокс! Стоп! Ваня, Вань, Ваня, со смертью играешь. Давай его хлестким. Черт с ними, с этими деньгами, а? Начинает нервничать американский спортсмен. Не надо так сильно. Стёп. Да, вязкий бокс мы сегодня с вами наблюдаем. Неваляшка уходит от прямых столкновений с Робби. Чувак, бей уже! Стоп, в угол! Я посмотрел на видео пару твоих последних боев. Я понял, ты овладел новым ударом. Но не надейся, я знаю этот удар, потому что я чемпион. Ну что же, это все крайне неожиданно, но вот встает вопрос. Мы увидим сегодня бокс, наконец? Че за хулиганство? Кончай цирк! Фектист, отойди от моего боксера. Иди отсюда! Что за номера, Вань? Ты боксируй, а не валяй дурака. Он может меня смахнуть. Боксируй. Так, похоже, началось. Но каков неваляшка? Кто мог себе представить, что он сможет дать Робби такой отпор? Давайте не будем забывать, что он дерется против действующего чемпиона мира. Опасно? Удар! Удар! Делаешь! О! Ну что ж, вот вам и чемпион. Вы можете со мной не согласиться, уважаемые любители бокса, но, по-моему, этот удар это акт бессилия Робби. Йоу, да что вот же это такое-то, а? Очень сильное рассечение у неваляшки. Неужели судьи остановят бой? Нет, бой будет продолжен. Вот гад.
Не дергайся. Кровь дай остановить. Easy. Don't play with him. Don't play with him, okay? Don't play with him. Come on! Get that shit together! You Соберись, fucking panic! Ты начал паниковать. Fuck off! Before you get in your fucking face! Отвали! Вань, ты как? В порядок. Капу. Бокс! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Бокс. Ну какой бесстрашный парень, а? Какой парень, ну пытается чемпион добить нашего боксера, но у него ничего не получается, а? Держи дистанцию, в клинч не лезь. Сразу в резкую контратаку переходит Рэй Брэдбери. Валяшка, вставай! Ваня, не рискуй! Вот, вот это удар! Ваня, дистанция! Но пропускает, пропускает. Не валяшка. Я верю в тебя, Буратино. А почему все-таки Буратино? Все потому же. Ты рожден на радость людям. Вставай, мой сказочный герой. Шесть! Семь! Восемь! Имя? Он. Иван. Жуков. Не валяшка. Я. Бокс! Да! Скажем прямо, нашего боксера спас только гонг. Успеет ли он восстановиться за одну минуту перерыва? Но ведь поднялся же, ведь после такого удара. Какая воля! Дальше сможешь. Угу. А может, полотенце выкинуть, а? Угу. Точно выйдешь? Угу. Но когда выйдешь, слушай сюда. Отбей ему руку. Хлесткий удар. С одной рукой он твой. И внимательная защита. Уклоны, нырки. А главное, хлесткий удар. Смог восстановиться и атакует Робби. Удар, а?
Какой звук? Звук! Вот я сейчас слышал звук! Это удар был! Раз! Ох, два, какой удар, а! Три! Четыре! Пять! Шесть! Семь! Восемь! Его трусы! Девять! Ау! Победа! Победа! Ну какой подарок, а? С Новым годом! Он использует металлические трусы. Поздравляю, Семёныч. Спасибо. Мы их сделали, Семёныч. Я знаю. Пошел отсюда, людоед. Ваня! 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 Ваня, ты завоевал меня в честном поединке. Я готова подписать с тобой брачный договор. Будем заниматься сексом, где захочешь. Только я сверху. Дорогая Кэтрин, еще год назад я готов был с тобой заниматься чем угодно. Но сейчас я встретил другую женщину, Татьяну. И хоть между нами существует определенное недопонимание, рано или поздно все будет нормально. И сверху буду я. Извини за беспокойство, ладно? С Новым годом тебя! С новым счастьем! До свидания, Кэтрин! До свидания! Семёныч! Семёныч! Спасибо! Не за что! Я самый счастливый человек на свете, Таня. Ты молодец. Я понял, Тань. Нам с тобой нужен ребенок. Я не против. Если родится мальчик, тогда назовем ее в честь Мухаммеда Али, Анатолием. А если девочка? А если девочка, то в честь Роя Джонса, Тамарой. Только, Вань, я в Японию на 3 года уезжаю. Я так решила после всей этой истории с Кэтрин Джойс. Да не было никакой истории. Это мачеха твоя обманула меня. Поздно. Контракт подписан. Прощай, Буратино. Ну что ж, друзья, уже подходит к концу, почти подходит к концу наша история об Иване Жукове по прозвищу Неваляшка. Действительно, его жизнь напоминает бой на боксерском ринге, бой, в котором у него будет еще много горьких поражений и ярких побед. Ну а нам остается лишь пожелать ему удачи в последнем на сегодня, но, наверное, самом тяжелом и трудном 10-м раунде.